Шуйский район стал центром проведения финала открытого чемпионата ЦФО по автоспорту «Ралли Ивановский край». Серьезное автосостязание собрало здесь 34 экипажа из десятка регионов страны. Как признаются организаторы, ивановские дороги для ралли не идеальны, но вполне подойдут. Местный организатор, хороший организатор, очень хороший. Вот, кстати, в январе будет 10 лет, как здесь гонки появились. Первая гонка в Шуе была проведена в январе 2005 года. Вот. А организаторы, ребята, ну, у них нет таких возможностей, которые есть у более крупных. Организовывают они все хорошо, делают. Очень хорошая команда. Ну, пока возможностей этих нет, у них нет возможности построить дороги, которые нам нужны. Есть те, которые есть. Поэтому, соответственно, надо проводить гонку этого уровня. Лучше быть хорошую гонку такого уровня, чем плохую, более высокого. Почти половина из заявленных на участие в гонке экипажей – ивановские, что доказывает интерес к автоспорту в нашем регионе, хоть это увлечение и не из дешевых. Команды готовились к этому знаковому событию в автоспорте тщательно. Эта гонка носит статус финального этапа и просто априори не может быть ничего не значащей. Конечно, всем хочется победы, всем хочется показать высокий результат. Чтобы автомобиль не подвел в самый ответственный момент, нужно быть готовым к капризам природы. Настоящий гонщик знает, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Выбор резины, потому что это будет достаточно, как видите, погода очень холодная, снега нет, поэтому достаточно сложный выбор резины, то есть какую резину использовать на гонке. Стартовали участники по одному, им предстояло преодолеть 9 спецучастков. Многочасовой гонки в командном зачете ивановцы заняли второе место, доказав, что Ивановский край – достойный соперник для сильнейших команд России. Наталья Бутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуйский район.